Семен Сергеевич, скажи что-нибудь мудрое, чтобы зрители могли понять, что в этом видео есть глубокий смысл. В вечности, где время не существует, ничто не растет, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьет. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы уже вели эту беседу, господа? Кто знает? Мы не помним своей жизни. Не можем изменить свои жизни. И в этом весь ужас и вся тайна самой жизни. Мы в ловушке. Мы в страшном сне, от которого не проснуться. Кто не открывает? Что там открывает? Капец, тут травы сухой, листьев, иголок. А? Что там учишься? Что сегодня?
Ну да, кстати, травы практически сухой нет. Я думаю, нужно будет взять отдельно воздуходувку чемпионовскую, она полегче. Да, есть бензиновая воздуходувка у чемпиона. Я испугался. Смотрю, детские ноги торчат. Thank you.
сам. Положи туда между домом и забором полок, чтобы у меня туда не улетало. И подопри это все дело коробкой. Второй тоже туда бери. Да бросай! Бросай все! Коробку закрой!